Путин провел рабочую встречу с Александром Мором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Александру Мору 44 года, он выпускник ТГУ по специальности бухгалтерский учет и аудит и окончил высшую школу госуправления РАН-ХИКС. С 2011 года занимал должность мэра Тюмени. По итогам 2016 возглавил рейтинг лучших мэров России, составленный Центром информационных коммуникаций. Последние два года Тюмень признана лучшей по качеству жизни среди городов России с населением больше полумиллиона человек.